Духовное управление мусульман республики провело круглый стол. Его посвятили единству народов как принципиальному условию сохранения национальной самобытности. В работе участвовали представители религиозных общин Северной Осетии, регионов СКФО и Калмыкии. Говорили о факторах, которые влияют на трансформацию традиционного общества. Здесь в первую очередь речь шла о социальных сетях. Обсудили религиозную доктрину как основу общечеловеческих ценностей. По итогам работы определили план действия, в первую очередь в направлении воспитания молодежи. Мы понимаем, что в обществе есть разные люди. Если Господь Бог дал человеку волю и дал ему благо, дал милости и дал добро, идти по этому пути или выбирать другой путь, то мы тем более не имеем права этого человека ни неволить, ни тревожить, ни давлять над ним. Но основой мира, я думаю, является, я уверен, религиозная доктрина. Та доктрина, где сказано: возлюби ближнего своего, пожелай своему брату того, чего ты желаешь себе. Простые, незыблемые истины. Я думаю, что если это войдет в жизнь и будет смотреться через эту призму и весь остальной народ, все остальные проблемы сегодняшнего дня, которые мы с вами наблюдаем, они тоже уйдут в небытие.